Просто говорят. Чего? Добраться до логова. Во, все, нам в любом случае. Нам ехать надо. 100%, да, поехали. Мне этот город уже наскучал, честное слово. Куда ты в меню вышел? Пошел в жопу. No rush. Давай. Давай. Да, у меня... Нет, у меня говно, нет, я не слив. Спецэффекты. Че у тебя там? Фейл. У тебя фейл написано на экране. Нет, фейл, fuck my life. Пуцачок. Какие-то странные знаки. Шпигун, давай ты теперь со мной. Так, отвлекаю вас. Нет, я вовремя очень. Ну все. Рематч. А, у меня патроны кончились, я не могу больше. Я поеду сейчас. Никто не жмет? Окей. Да неужели? Да неужели? Неужели да? Да-да, неужели да-да. Да-да, неужели да-да. Теперь петь песенки. Нет, я сейчас шоу. Да-да, рифмуется слишком много, не получится. Ребят, на нас бегут. А все бегут. На-на-на-на-на-на-на-на. Я в машине. Ты лох. I'm on a horse. Там ты. У меня есть раскраска няшней, поэтому... У меня есть Saints Row раскраска. Да все уже наспавнили, вот там. Шпигун, садись в мою машину. Подожди, у нас тут мясо. Мясо. Я могу посмотреть на себя со стороны, кстати. Я могу задом поездить, тоже нормально. Ты кому я сел? Тунару, ты знаешь, что ты делаешь. Так, поехали. Хотя нет, ты водить не умеешь. Я тебе немного... Я давлю людей. Что происходит-то, Юг? Мы стреляем, работаем. Мне интересно, а урон есть, если я врезаюсь в этих тварей? Ну есть, но маленький. Не такой большой, как раньше. Да, раньше их можно было просто передавливать. Мне кажется, вы все упоротые какие-то. А ты что, на сказку попал? Куда мы должны идти? Я не вижу отсюда. Да, я что-то... Мы застряли. Постреляй, может, как-то подлетим. Тут надо было сделать три машины, как минимум. О, спасибо. Поехали. Так, куда нам нужно ехать? Нам налево, вон туда. Мы поехали, ребят, вы там как смотрите сами. Я вообще один хожу. Я вас обманул. Я думал, ты врежешься в нас. Нам сюда, что ли, ехать? Что мне дали? Мне шерсть дали. Окей, я какое-то задание стал выполнять, о котором я даже не в курсе. Ну как всегда, 10 уровень взял, все создание. Слушай, ты вообще наглую не ходи туда, куда не надо, потому что там есть задание, которое у тебя есть выбор, куда пойти, чтобы получить, что тебе лучше. А ты за нас берешь и все. А стоп, нам капаешь. Нам в другую сторону. А? Какую нам сторону, не пойму. Здесь задания какие-то выдают. Да здесь куча всего вообще. Я даже не знаю, куда лучше идти и куда лучше ехать. Сейчас мы проедем. И поэтому Туна врезался в автобус. А то. Сейчас, Шпигун, мы с тобой кружочек сделаем. Меня ты убить не можешь. Смотри, мы что-то нашли. Работа нужна, я такой, окей. Хватит вводить меня, как будто ураган какой-то. Пойдем. Кто кричит? Что это вообще за зомби тут? Вообще какое-то было. Мы там задание что нашли. Что за фигня? Ищущих ископаемых. Хотите с нами? Нет. Тут какой-то Darkness, пацаны. Darkness. Ладно, Тунар, успокойся. Сейчас нападаем. Опаньки. Прикрывают в центре. Стой, мы же задание тут выполнили, значит. Сейчас. Крути вальвы. Сейчас, там его делаем. А вы что выполняете? Че вы мертвы вообще? Вы ничего не выполняете. Садись в машинку. Окей, все. Я живой. Догоняйте нас, мы там в других местах просто бегаем уже. Ой, здорово. Спасибо. Вы здоровы! Слишка быстро жизни снимается. А, вот оно что, пидики бегут сзади меня. Я даже не замечаю. Нам туда. Куда нам туда? Давай. Садись, машина. Я тогда пойду пешком. Я мандарин. Так, что у нас тут?
Мне дают опыты убить доктора. Надо убить доктора. Не убивайте без нас. Вы что, вы убили, что ли? Что? Не, опа, ребята, он нас скин, но нам нужна ваша помощь. Быстрее. Так это этот доктор? Да, у него задание поменялось. Какой-то херню творит. У него какое-то другое большое. Смотрите, как у меня гранатомет. Что-то его насрать. А у меня там всего 6 патронов было. Сейчас я новую обойму поставлю, будет ему... Нет, это тупик. Попробуй сзади обой. Время призраков и гонщиков. Пожалуй, я пока посижу, наверное, вы там спасите, если получится, хорошо? Та-т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 а-
Так, Тунар. Че у меня звуки потеряли? Юся, спаси! Я не хочу терять миллионы, пацаны. Я не хочу терять свои заработанные миллионы. Да, я поднять на ноги пытаюсь тебя. Он взлетел. На ему в поджопниках. На, я кидаю ему свои автоматы, чтобы... Эй! Награда? Взять задание. Я взял задание. Я нашел оружие с технологиями. Какая-то крутая штука. О май гад. О май гад. Офигеть, другой. Осом. Ох, лол! Что-то все что-то взяли, я ничего вообще не понял. Осом. И где это дерьмо? Так, рейтинг там, а в инвентаре найдешь. Давай психов в СПП оружие. Очки опыта, так, следующий уровень, скорость. У меня она не выглядит так, как у вас. Так. У меня вот так вот оно выглядит. Пожалуй, вот это возьму. И оно кончилось. Так, зря ты ко мне подходишь, псих. Где вы взяли пи-пи-пи? О, а их выдали всем. Не дали, пи-пи-пи. Они такая, они со звездочкой еще такой. Так у меня он не такой пи-пи-пи, у меня вообще какой-то. У него звездочка должна быть. У меня он не фиолетовый, у меня он такой. Что за дерьмо? Почему у меня красный? Фиксу, смотрите, камешки. Знаю, просто кому-то избранным только выдавали. Мы с Тунаром попали в число и... Не знаю, хорошо ли это или плохо. Но пушку Осом, я скажу тебе. Ты ванишь. Я не ванишь. Ты ванишь. У этого разбойника из оружия со технологиями. Ты видишь? Ты видишь, да? Тунар, стреляй из этого говна. Стреляй во всех. На нем. Как нам туда забраться? Что нам тут делать? Все, они кончились, пацаны, мы... Нам искать. Че, обратно домой, да? Может стрелять по этой штуке нужно сейчас. Ой, я только сейчас заметил то, что у меня рейтинг безбашенности 2249. Ой. Дайте это задание выполнить, давайте это задание. Я просто... А, я патроны нашел. Давай сюда. Тут вон еще есть какие-то стрелочки, найти правый клапан. У нас машина где находится? Она там. Здесь, там где я. Иду, а я пешком дойду. Я думаешь, вас подвезу потом. Да щенки меня атакуют. Щенок! Альфа-с... Ну окей, самцы. Вот это быстро меня сбило. Есть здесь только одна машина. Ау! За то, что бьёшь машины, понял? Наказание тебе! Хватит жлёпать мою машину! Наказание тебе! У меня довольная рожа вон. Я куда? Давай, шлепни меня еще раз. Вот тут. Шлепни меня. Сильнее. И где тут клапаны? Поехали. Поехали к ним. Дошлепался? Да. Я всю злость избавил на тебя. Далее она взорвалась. Клапан внутри, что ли, где-то. Ой! Тут какая-то тварь вылезла. Видно, у нее клапан. Помогаем. Помогаем как можем. Я ее поджег. Бум! Ты ее переехал? Нет, она еще жива. Потихоньку, помаленьку, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ей, отлично. Так, взяли. Нам еще кого-то найти нужно будет.
Альфас как? Взяли, нет? Да. Садитесь в машинку. Сел. Шпигон? Да. В таком пиццу сложно понять вообще, что происходит сейчас. Кто взял мою машину? Это была твоя машина? Да. У вас на машине... У меня фиолетовая сенсорная машина. Поехали скорее, давайте. Нам куда дальше, Тунар, ты видишь, да? Налево. Окей. Паркур! А вы знаете, что если зажать Г, то можно вот так вот... дрифтовать. Нара, а что ты делаешь? Ты наверх? Да. А что там? Там что-то крутое. И найти правый клапан. Окей. Витя, давай. Если даже не место, то я тебе покажу, что удивительное. Да ладно. Я видел миллион долларов. Что еще удивительное могу я увидеть, скажи мне. Ты просто возродишься, когда я увидишь то, что я тебе покажу. Бьем, сан. Нажми Ctrl, нажми Ctrl. Так, Ctrl, Ctrl. Левый. Ну, ц. А, у меня заболевали. Оп. И смотри, Витя. Блин, я нажимаю кнопку, ничего не происходит, ладно. Ой, это, как ты бибикаешь, мне больше интересно. А, тебе показывается? Ну да, я слышу, как ты бибикаешь. Это то, что я хотел тебе показать, мне кажется. Окей, а как это зажимается? На Z. А, все, теперь буду знать, спасибо. Шпигон. Да. Я тут. Все, поехали. Нам следующих ребят, возвращаемся обратно. А нужно вернуться уже. Вау, почему у вас рядом с вами летает какой-то? Да, у вас какая-то хрень прикреплена на левом борту. Да, слева от вас. Я что-то как-то медленно очень еду, не пойму, что за хрень, она какая-то неуправляемая. Ну, потому что на вас что-то висит. Ладно, пойду сдам задание. Что висит? Вы что? Ничего не висит. У вас висело. Ну, какая-то бомба висит на ней. Ой, блин, тут несколько уровней сдачи задания. Как тебе место для парковочки? Так, все, поставил. Смотрите, шикарно же припарковался, да? Патроны. Где третий уровень? Нет энергии, окей. Там клапан надо заменить вверху, походу. Окей. Вообще, я паркур мастер, я залез на лестницу. Я не видел, что тут на лестницу можно прыгнуть. Только сейчас появилась стрелка. Вы посмотрите на эти панорамы вообще. Вообще. Круче, чем с Курим. Даже с Курими не могли так сделать. Так. Все фанаты за них делали. Не, камни падают, что ли, тут. Все, больше ничего. Ну там сверху по физиксу камни вылетают. Я очень жду. Да, вижу. Очень... Давайте почту раздадим. Я что-то хотел ждать и что-то хотел сказать, но уже все забыл. Чё? У нас есть патрулеты! Быстрее, по машине! У нас время идет доставить почту. Окей. Садись, быстрее! У меня есть почта. У всех есть почта, быстрее по машинам. Да, все, поехали. У нас все еще эта тварь летает рядом слева. О, фак! Хорош! Ты видишь ее или нет? Нет, я не видел. Что по воде можно кататься или нет? Можно. Хорошо, так. Тут объеду. Не глубоко. Доставляем почту. Да, сейчас. Давай, дай мне выбраться. Да, наверху, что ли? Чёрт, я не могу залезть. Почтальон Печкин уже на пути. Почта не ждёт. Ох ты, чёрт, тут качу. Я доставил одну. И всё. Нам туда ещё. Я доставил еще одну. Три. Машину, по машинам. Я доставлю вторую. Ребята! Или нет? Шпигу, да, я выжму, все, готов. А, блин, хотел эту штуку взять, но пофигу. Так, окей. Как у нас еще? Не, у нас еще дофига времени. Помогать! Да как там? Почищу. Спаси! Я иду доставить почту. Почта превыше всего. Пересаживайся на Си и езжай к Гагатуну. Мы спасать их. Я думал, ты сможешь спасти. Нет! Все, я ее достал, я бегу к тебе. Ты еще жив? Так, окей, нахер ты я еще жив, ведь? Нет, уже не жив. Вот лох. Сам. Машина осталась жива. Что такое, патрон? Нахер надо этих придурков. Где он? Кто-то продолжает стрелять. Непонятно где, непонятно зачем.
Кого, с кем вы вообще боролись все это время? Ну, какие-то психи выбежали. Пил. Отойди. Мы их взорвали. Вообще не понимаю, что происходит, но пил.